Добрый день еще раз. Мы приехали в республику Марий-Эл. Переводится с марийского языка, языка коренного народа, как Марийский край. Наш край юбилейный. Куда пошел? Вон он наш. Красный флаг? Вроде бы, да. Или это не наш? Не наш. Не похож. Приоритет отдавать домам красного кирпича и по улице квартальную планировку завели. Дом купца Суртыгина. Суртыгин был купцом первой гильдии, то есть имел доход более 80 тысяч рублей в год. Он жил в нашем городе, семья приезжала сюда с мая по октябрь, период на втором этаже своего особняка, а на первом этаже была контора или сотрудничка. И вот эта башенка не имеет никакого профессионального значения, там ничего нет. Вся там по дорогам, тротуаров нет. Здравствуйте, здесь будем, можно просто погулять. Да? Да. Вам запомнить, что где находится. Здравствуйте.
Это вот да. Женя, сюда. Женя. О, Максим. Хорошо. Максим, да, фотографирование все проведите. Смотри, внизу написано же. Слушай, он большой. Из часов он из монет смотреть делает. Кого? А, слушай. А. Я все думаю, мама, говорю, пришли мне фотографии. Говорю, что ж там такое? Жалко, отодрать нельзя, будет монет хороший. Я подделал. Купи. Ну, смотри. Ну, вот я хочу немножко сделать? Пораньше уйти, чтобы там пойти хоть. Смотри, монетку. Какие-то палочки. Какие-то ба, да, они как сделаны. Юбилейный. Юбилейный? Ничего себе. Стакан. А тут из чего? Из часов, что ли? А где юбилейный? Вот это? Путь копейки.
Здравствуйте, лодочки у всех по Волге пошли, теперь пены в воде. Горячий коптильный, вяленый, пожалуйста. Смотрите, какой вот сладкий. Я не потерялся. От ветра подальше. Пойдем от ветра подальше.